Спасибо большое. Благодарю вас. Теперь о главном. Речь пойдет о новейших системах российского стратегического оружия, создаваемых нами в ответ на односторонний выход Соединенных Штатов Америки из договора по противоракетной обороне и практическое развертывание этой системы как на территории США, так и за пределами их национальных границ. А тем, кто на протяжении последних 15 лет старается раздувать гонку вооружений, пытается получить в отношении России односторонние преимущества, вводят незаконные с международно-правовой точки зрения ограничения и санкции с целью сдержать развитие нашей страны, в том числе в военной области, скажу, все то, чему вы пытались помешать, воспрепятствовать, проводя такую политику, уже свершилось. Сдержать Россию не удалось. Теперь нужно осознать эту реальность, убедиться в том, что все, что мною было сегодня сказано, это не блеф, а это не блеф, поверьте. Подумать, отправить на заслуженный отдых тех, кто живет прошлым и не в состоянии заглянуть в будущее. Прекратить раскачивать лодку, в которой мы все находимся и которая называется планета Земля. Хочу сейчас обратиться к каждому из них и сказать, конечно, будут и премии, и награды, и почетные звания, но я знаю, со многими из вас неоднократно встречался лично, что вы работаете не ради наград. Главное – надежно обеспечить безопасность Отечества и нашего народа. И как глава российского государства от имени народа России сердечно благодарю вас за труд и за его результаты. Они так нужны нашей Родине сегодня. Как вы понимаете, ничего подобного ни у кого в мире пока нет. Спасибо.